Четкая и выверенная работа мастера не оставит равнодушным даже самого искушенного зрителя. Более 40 уникальных картин художника Саасы Мещезовой украсили стены Государственного музея-заповедника в Черкесске. Мастер использует традиционную технику валяния шерсти, какой занимались еще предки кавказских народов. Первые картины из овечьей шерсти вышли из-под ее рук более 20 лет назад. Конечно, я очень счастлива. Первый раз в моей жизни столько внимания уделили моему творчеству. Я к этому шла 20 лет, и мне очень интересно и очень нравится знать мнение людей по отношению к моему творчеству. Больше всего мастер любит изображать природу своей малой родины. Величественные горы, загадочные леса, дикие животные. Одна из любимых ее картин – «Лесная сказка» с медведями под светом таинственной луны. Но кроме красивых пейзажей, на выставке есть и строгие натюрморты, и реалистичные портреты. А еще Саса Мещезова очень любит лошадей. О лошадях мне кое-что рассказал супруг. О их жизни, о взаимоотношении в косяках лошадей. И глядя в их глаза, невозможно просто их не полюбить. Такие добрые, умные, и какие они верные друзья. Создание полотна из шерсти – процесс долгий и трудоемкий. Требует немалых усилий, но тут на помощь рукодельнице приходит ее семья. Может, поэтому ее полотна наполнены такой любовью и трепетом. А увидеть их картины галереи можно будет до 10 сентября. Альбина Шаова, Мурат Кемрюгов, Архыз 24.